События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Елена Кузнецова. Здравствуйте. 8000 огней памяти. Столько оренбуржцы от маленьких детей до солидных политиков зажгли на неделе, чтобы вспомнить всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Кто прошел с лампадами в руках до вечного огня? Как зародилась традиция свечи памяти? И каким именно был вклад в победу Оренбуржья и оренбуржцев? Поговорим об этом через пару минут, но сначала обзор наиболее заметных событий. Артем Сафиуллин уволен с должности директора оренбургских пассажирских перевозок. Глава Оренбурга Евгений Арапов подписал распоряжение об увольнении с поста директора муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» Артема Сафиуллина. При службе мэрии уточнили, что Сафиуллин ушел с поста по собственному желанию. На должность директора МКП назначен Сергей Касьянов, который исполнял обязанности руководителя почти 3 месяца после того, как сам Артем Сафиуллин ушел на больничный. Правда, назвать кадровые перестановки неожиданными сложно. Напомним, еще в марте на совещании по пассажирскому транспорту в правительстве губернатор попросил покинуть Артема Сафиуллина встречу, а главу Оренбурга Евгения Арапова найти нового руководителя для компании. Об этом сообщает портал РИА-56. Оренбургские предприниматели коллективно обратились к властям с просьбой ограничить работу федеральных торговых сетей с целью поддержки местного бизнеса. Представители бизнес-сообщества жалуются на то, что федеральные торговые сети загоняют в угол местных предпринимателей и товаропроизводителей, заставляя нарушать закон, чтобы выжить. Следствием сложившейся ситуации становится разорение как оптовых логистических предприятий, так и местного производителя, которому не дают представить свою продукцию на полках магазинов федеральных торговых сетей. Авторы обращения просят законодательство ввести ограничения для работы федеральных сетей, магазинов и гипермаркетов. Например, в будние дни до 20:00, в субботу до 16:00, а в воскресенье вовсе сделать выходной. В прошлом году члены Совета Федерации подготовили похожий законопроект с целью повысить конкурентоспособность малых форм торговли по сравнению с крупными сетями. Но данные поправки не получили дальнейшего развития в связи с отрицательными отзывами многих профильных учреждений. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Игорь Сухарев. Чем закончится нынешняя попытка предпринимателей, пока неизвестно. Администрация Оренбурга не согласовала ни одну из акций протеста против повышения пенсионного возраста на площади возле атриума на Советской. Зато готова разрешить его на набережной. Митинг, организатором которого выступает родительский совет Оренбуржья, предлагается перенести на площадь возле музея истории Оренбурга. На участие в акции заявляется 1000 человек. По сообщению радио «Эхо Москвы» в Оренбурге, скорее всего, с этим решением инициаторы мероприятия согласятся. И митинг, вероятно, пройдет 1 июля. Кстати, второму организатору, бывшему координатору штаба Навального в Оренбурге Наталье Трубачевой городские власти предложили провести митинг без шествия в сквере имени Дзержинского. Предполагаемое количество участников акции – 500 человек, сообщает портал «Проорин». Школа номер 87 в Оренбурге все же получит лицензию на работу. В Росреестре зарегистрировали земельный участок под школой номер 87. Теперь образовательная организация сможет легально вести учебную деятельность в своих стенах. О регистрации права бессрочного пользования землей сообщили в областном управлении Росреестра. Теперь никаких препятствий на получение школы и лицензии нет. Напомню, что в апреле 2018 года учебное заведение хотели закрыть на 3 месяца из-за проблем с получением лицензии. Сообщалось, что территория, где находится школа, состоит в общедолевой собственности у жителей близлежащих домов. На межевание земли ранее они не соглашались. Итак, 8000 огней памяти. Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны в Оренбурге уже традиционно зажгли свечи памяти. Зажгли, чтобы вспомнить 187 тысяч наших дедушек и бабушек, которые погибли на фронте. Зажгли, чтобы вспомнить целое поколение, которое буквально днем и ночью работало в тылу на фронт и победу. Ольга Григорьева и Максим Максимлюк прошли в строю вместе со всеми, выслушали воспоминания и истории. Около 8 тысяч человек собрались накануне на проспекте Победы, чтобы зажечь огонь в лампадках. В акции «Свеча памяти» поучаствовали пожилые люди, взрослые и дети. Кто-то вспоминает своих предков, другие с ужасом представляют, как это было 77 лет назад. Ивану Федоровичу Таранухе было 9 лет, когда до их деревни дошла весть о войне. Тогда все мужчины в одночасье стали солдатами, другие остались помогать победе в тылу. Нас на лошадь сажали, и мы борозду впереди целый день, с утра и до ночи работали в то время. Приходилось, знаете, еще отдых, когда мы же дети же были,
тут же засыпали. Что такое война, дети поняли быстро. Маленьким мальчишкам и девчонкам пришлось заменять взрослых на тяжелых работах. Было голодно, холодно, но приходилось выживать. У нас у мамы было 7 девочек. Отец погиб. И не прийти сегодня было грешно. Для нас это очень важно. Посмотрите, много проходит у нас мероприятий. Бессмертный полк, мероприятие, которое проходит на 9 мая. Сегодня во всех 42 муниципальных образованиях Оренбургской области проходит эта акция. И все больше и больше приходит оренбуржцев. Посмотрите, здесь же никто никого абсолютно приводом сюда не приводил, а люди пришли по зову сердца. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 77 лет назад, в 4 часа утра, 22 июня, для нашей страны наступило самое страшное время – Великая Отечественная война. Тысячи людей представляют, как это было тогда, в 1941 году. Помним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Спецкортеж доставил капсулу вечного огня к Дому памяти. Тысячи людей от нее зажгли свои свечи, и целая река двинулась под мелодии песен военных лет к вечному огню. От происходящего мурашки по коже. Оренбуржцы целыми семьями пришли отдать дань памяти тем, кто остался на полях сражений и кто вернулся с фронта с победой. Люди плачут и смеются одновременно. Трагический праздник, будем говорить так, начало войны. Начало войны, конечно, со слезами на глазах, потому что все это вспоминается, дети войны мы. Есть нечего одеть, нечего, холод, слезы на глазах. Было тяжело. Берегите мир, пожалуйста. Вспомнить своих прабабушек и дедушек пришло и много детей. Для Миши Скворцова сегодня своеобразный урок истории. Это надо помнить, чтобы все-таки уже до них, когда они вырастут, там, наверное, ветеранов тоже не будет. Чтобы они помнили это и знали. Мы помним, что война началась в этот день. И мы все же ее осилили и победили. Колонна растянулась на несколько километров. Свечи в этот вечер зажгли и представители правительства области, и администрации Оренбурга. Но для меня, конечно, прежде всего, это очень такая трагическая дата, потому что я понимаю, какой ценой была завоевана победа, какой ценой мы отстояли независимость нашего государства. Особенно я представляю и вот где-то ощущаю или стараюсь ощутить состояние тех, кто принял на себя этот первый удар 22 июня. Каждый ждал победы, говорит глава города, потому что эту страшную войну без веры было не выиграть. Об этом ему рассказывал родной дедушка. Мой дед по маминой линии, Федор Петр Иванович, в 1937 году был призван в Красную армию. Прошел всю войну и только в 1955 году пришел домой. Сегодня всем участникам акции есть о ком подумать, кому отдать частичку своей души. Я рада, что мы все сплотились, все помнят, что это нельзя забывать. Очень много молодежи, и очень приятно. Вы кого сегодня вспоминаете? У меня здесь надписи двух моих дедов. Один без вести пропал, так и не вернулся, а второй под Ржевом погиб. По традиции, в конце пути участники свечи памяти зажженные лампадки установили на постамент мемориала. Люди шли и шли. Поток не прекращался еще долго. Ольга Григорьева, Максим Максимлюк. Наше время. Всего в этом году в акции приняли участие более 20 стран, 3000 городов России и за ее пределами. А наша Екатерина Киселева не только изучила географию и традиции акции, но и вспомнила ее историю. Мало кто знает, что акция «Свеча памяти» родилась 16 лет назад в Тюмени. Там, в 2004-м, молодежь Тюменского творческого объединения и артисты экспериментального шекспировского театра в ночь с 21 на 22 июня впервые вышли на улицы с зажженными свечами в руках.
Официально акцию проводят с 2009-го. Именно тогда ее поддержали «Единая Россия», «Русская православная церковь» и «Межрелигиозный совет России». Уже через год, в памятный день, свечи зажгли больше миллиона человек. Вот уже 9 лет акция берет начало в Москве, в Елоховском кафедральном соборе. Там традиционно зажигают главную в России свечу памяти. Кроме того, в столичном музее Победы на Поклонной горе в полночь в знак памяти о каждом дне войны зажигают 1418 свечей. Параллельно с реальным флешмобом уже который год проходит также флешмоб виртуальный. Все желающие зажигают свечу в памятных местах своего города или на своем окне в 9 часов вечера. А после публикуют фото или видео с хэштегом «Свеча памяти» и названием города. В 2017 году в интернете было опубликовано порядка 2 миллионов записей участников флешмоба. Еще одна традиция – мотопробег по городам воинской славы. Его цель – соединить места обороны вокруг столицы. Заезды мотоциклистов проходят также и в некоторых европейских странах, в частности в Польше, Словакии, Словении, Венгрии, Албании, Сербии, Черногории, Хорватии, Македонии и Болгарии. Всего в этом году в акции приняли участие более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, 3000 городов и населенных пунктов как в России, так и за ее пределами. Ее поддержали, например, в Черногории, Сербии, Прибалтике и даже в Германии и в США. Часто можно услышать, что с привлечением к акции политиков и государства в целом она стала более официальным мероприятием, нежели порывом народной души. Но в то же время именно активное продвижение позволило свече памяти состояться все эти годы. А уж о том, что напоминать о трагической дате 22 июня 1941 нужно, наверное, и говорить не стоит. Ведь и сейчас далеко не все оренбуржцы знают, когда началась Великая Отечественная война. 41-м. Да. 1912. А число? Число нет, я не скажу. Нет, истории плохо. А вы число помните? Нет, число не помню. 22 июня 41 года. 1941. А число? 22... Конечно, знаем, 22-го, сегодня, 41-го года. 4 часа утра, 21-го, по-моему, 22-го июня. 1812. Сколько она шла? Я не помню, сколько она шла война? А, Великая Отечественная, 1941. А число? 22-го июня. Помните ли вы, когда началась Великая Отечественная? Нет. 1941 году. 22 июня. 22 июня, да. 1941 год. Ну а сейчас информация от наших партнеров. С 21 июня в летнем Оренбургском цирке вновь сенсация. На манеже гиганты Африки. Экзотические невиданные животные устраивают настоящее шоу. Трехтонный белый носорог Бонни танцует вальс и дружелюбно катает на спине дрессированного белого боксера Белку. Белые львы Алжира и золотые тигры Суматры под руководством опытных дрессировщиков становятся совсем ручными, выполняя завораживающие трюки, восхищая своей ловкостью и мощью. Невиданные животные Африки, воздушные гимнасты, обаятельные клоуны. Все это на манеже Оренбургского цирка. Торопитесь приобрести билеты. Покупка билетов онлайн на сайте цирка. На сегодня все. Напомню, выпуски программы «Наше время» всегда есть на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон 37-00-83. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем «Наше время» вместе. Всего вам доброго и до встречи.